Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Сьогодні у Дніпрі відкрилась виставка нашої місцевої художниці Наталії Сидорової. І сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з нею про виставку, про техніку, яку вона працює. Рада вітати у нас у студії Наталія Сидорова, місцева дніпровська художниця. По-перше, хочу вас привітати з відкриттям виставки. Розкажіть, як виникла ідея у її створенні, які картини на ній буде представлено? Ну, идея возникла достаточно внезапно, и связана она больше с тем, что открылось такое арт-пространство «Флойд». До этого, ну, как бы те места, которые у нас были в Днепре выставочные, не вполне вдохновляли для выставки. А вот это, когда я увидела его появление и интерьер, вот захотелось там сделать себе выставку. В принципе, вот уже за последние годы накопилось достаточно картин на собственную выставку. Я им написала, и они с радостью мне тоже ответили, что могут предоставить это место. У якій техніці ви працюєте? Які картини буде представлено? В принципе, все мои картины, они в стиле абстрактного экспрессионизма и минимализма. Это в основном яркие цветовые пятна, это интерьерные картины, которые как такие цветовые акценты для интерьеров, которые создают определенное настроение. То есть, например, там большое желтое пятно, которое является таким вот радостным акцентом, оптимистичным. Вот где-то половина тех картин, которые сейчас у меня есть, будут представлены на выставке. Это связано и с размером самих картин, то есть не самые крупные я предоставила для выставки. Вот. Ну, лучше самим посмотреть, то есть так, избранное творчество. Такий напрямок у мистецтві, у живописі є досить незрозумілим для багатьох людей. Чи буде якийсь опис, якесь пояснення картин, чи кожен буде вже шукати щось своє? Ну, есть общее описание выставки и направления моего творчества. Для каждой отдельной картины описания нет. И мои картины, они более такие, как бы, настроенческие. Мне вот больше желание, как бы, влиять на эмоции зрителя, чтобы вот он чисто эмоционально воспринимал ту или иную картину, вот нравится она ему или нет, и чтобы у зрителя создавалось такое вот позитивное, радостное впечатление от картины. Виставка називається RGB. Чому саме така назва? Що вона означає? Ну, это больше связано с тем, что основное, с чем я работаю, это с цветом в своих картинах. То есть главное — цвет, не какой-то там образ, содержание либо идея, а вот именно ну, есть как бы такое направление в живописи, как там живопись светового поля, когда это большие полотна, окрашенные практически там в один цвет, либо в несколько цветов. И вот эти крупные цветовые пятна, они вот создают как бы впечатление на зрителя. Вот как, например, Марк Ротко, такой известный художник, то есть у него вот такие вот очень крупные полотна, выполненные там в одном либо нескольких там цветах. И они влияют именно эмоционально цветом на зрителя. Они не несут какой-то там предметной нагрузки. То есть, да, многие люди вот больше понимают, там, когда что-то предметно изображено на картине, ну, как бы это немножко другое направление. От від цього, якщо відштовхуючись, що деякі люди приймають більш предметні, а деяким до душі і абстракціонізм, хто, на вашу думку, є саме вашою цільовою аудиторією? Кому обов'язково потрібно прийти на виставку, подивитися? Ну, те, кому, в принципе, близко абстрактная живопись, кому вот нравится именно абстракция. Вот мне, например, всегда с детства нравились именно абстракции. То есть мне никогда не возникало большого интереса какой-то предметной живописи, а вот к абстракции мне всегда вот она вызывала у меня какое-то трепетание в душе. Поэтому вот людям, которым нравится минимализм, нравятся вот какие-то абстрактные художники, может быть, известные, вот им, наверное, будет интересно. Якщо говорити саме не про виставку, а про вашу творчість, ви кажете, що вам близько до душі саме абстракціонізм. Чи пробували ви себе в інших техніках і інших стилях? Ну, в общем-то, нет, потому что они мне не слишком интересны. То есть в плане живописи у меня... Ну, либо если я пробовала, то мне не совсем нравился результат, поэтому я пришла к выводу, что я хочу работать только вот в этом стиле абстрактного экспрессионизма, минимализма. То есть это то, что приносит мне удовольствие. Ви створюєте картини інтуїтивно, за якимось внутрішнім відчуттям, або слідкуєте за якимись цікавинками, сучасними тенденціями, можливо, орієнтуєтесь на щось нове у світі живопису? Больше из каких-то своих идей, то есть меня всегда вдохновляют какие-то цвета, сочетания цветов. Меня может вдохновить что-то, что не имеет отношения к живописи, просто, например, какая-то фотография, где я вижу какое-то приятное мне сочетание цветов, и вот исходя из этой вдохновляющей картинки, я вот могу написать уже абстрактную картину, которая мне вот просто близка. Є у вас якась особлива робота, про яку ви згадуєте, про яку ви розповідаєте з найбільшим трепетом, якась, можливо, у неї особлива історія? Ну, есть парочка удачных картин, которые мне больше всего нравятся. Ну, так как это минималистичные все работы, то сложно там что-то про них как бы описывать. Нужно, наверное, просто смотреть. Вот, ну, вот мне всегда был близок синий цвет, у меня много работ в этой гамме. И вот там есть одна синяя картина, она чисто выполнена одним цветом, с такими потеками. Ну вот она достаточно интересная. Но я в целом, как бы они в разных техниках выполнены работы, хоть там как бы все это абстрактный такой экспрессионизм, но... Технически я, бывает, экспериментирую, что-то там более жидкими красками сделано, что-то более густыми и толстым слоем, с такими жирными мазками. Вот. Ну, это лучше смотреть. Наскільки для вас взагалі важлива думка глядача? Як мені відомо, у вас вже були виставки, от за вашим особистим відчуттям. Для вас це важливо? Це грає важливу думку у вашій художній кар'єрі, якщо можна сказати так? Ну, не очень. То есть есть, я понимаю, что есть зрители, которым нравится одно, есть зрители, которым нравится другое. То есть, ну, вот я вижу, что, например, там в Инстаграме я вот выкладываю свои работы, и есть какой-то отклик у людей, которым нравится такое искусство. И они, например, когда мне там пишут, что вот смотрят на картины, и они у них вызывают там чувство такого умиротворения, там радости, что им приятно на них смотреть, что это вот именно то, что, те эмоции, которые я хотела бы, чтобы мои картины вызывали. То есть до этого зрители они дошли, они это восприняли так, как я это закладывала, в принципе, в своем творчестве. Ну, невозможно нравиться всем, поэтому я не претендую. Я спокойно отношусь, например, там, моим родителям больше нравится предметное искусство, поэтому... Я знаю, что им, например, мои картины не совсем понятны, вот, поэтому дело такое. А взагалі часто ви з таким нерозумінням стикаєтесь? Да нет, не совсем. В принципе, вот людям, с которыми я общаюсь, с которыми мне общий интерес, они, в принципе, тоже понимают такую живопись, разделяют, и она им интересна. А ви говорите, що публікуєте свої роботи у соціальних мережах, аби люди могли подивитися. Чи відчуваєте ви різницю між тим, що от ви опублікували у соціальних мережах, і все ж таки конкретною виставкою, коли людина може подивитися на картину не через екран телефону, а вживу побачити? Ну, так як... В принципе, я достаточно долго не выставляла свои работы вживую. Предыдущая выставка была достаточно давно, она была коллективная. Мы вот когда учились там с моими одногруппниками на архитектурном факультете, там было принято делать такие вот как бы свои творческие выставки коллективные. Вот мы тогда с ребятами собрались, сделали достаточно крупную выставку, долго очень ее готовили. Ну, тогда и у меня картины были немножко другие, плюс это была коллективная выставка. Ну, вот тогда ее все очень тепло приняли. Я помню, там она проходила в литературном Преднепровье, было много зрителей, она долго висела, и очень прям хорошие отзывы нам написали. Вот, ну, просто в соцсетях и вживую это разная аудитория. То есть если там в соцсетях смотрят со всего мира картины, ну, эти картины, то на выставку могут прийти люди, которые вовсе не сидят в соцсетях, в принципе. Вот, и более старшего возраста, ну, по крайней мере, тогда приходили. Вот, а сейчас эта выставка только открылась, поэтому я еще не знаю, какая на нее реакция. Вот, но вроде бы смотрится хорошо. Ви молода художниця, але вже маєте досить великий досвід. Що б ви могли порадити художникам, які тільки починають, художникам-початківцям? Ну, главное действовать, главное брать и делать. Если вам это нравится, берите и делайте, не стесняйтесь, не думайте, что там это никому не нужно, ничего там не бойтесь. Просто берите, делайте, делитесь своим творчеством, тем более во времена, когда это все в основном сейчас происходит онлайн, то есть ваши работы могут смотреться со всего мира, вы можете их выставлять на сайтах для продажи живописи, искусства, которое работает по всему миру, и увидеть отклик на свое творчество. А якщо говорити, от, знову ж таки, опираючись на вашу особисту історію, чи було складно, чи це легко так от організувати виставку? Наскільки взагалі багато роботи було пройдено, який шлях було зроблено заради того, щоб згодом реалізувати, зробити власну виставку? Ну, так як я працювала над своїми картинами, у меня как бы не было цели делать выставку изначально, я просто старалась достаточно регулярно что-то делать новое, писать картины, то есть не забрасывать это дело. Вот. И со временем просто уже накопилось достаточно материала, плюс появилось интересное для меня место, и вот как-то так уже само в этом плане достаточно легко сложилось, потому что у меня было что уже выбрать на выставку. Специально я не создавала какие-то новые картины для этого. Вот. Ну и, в принципе, само арт-пространство тоже как бы способствовало ее проведению, немножко облегчили мне там работу с тем, что там сами афишу сделали, вот такую как бы организационные моменты. Тобто, якщо говорити саме про межі нашого міста, про Дніпро, художники наші місцеві, дніпровські, мають велику платформу для того, щоб розвиватися, для того, щоб організовувати виставки, чи все ж таки вони якось обмежені в діях і більше можливостей для них у столиці або десь за кордоном? Ну, в целом возможности есть, то есть места, где выставляться, есть, ну, было бы желание, то есть, если, наверное, кто-то говорит, что нет, то, наверное, ему просто не очень хочется. Понятное дело, что чем крупнее город, тем больше выставочных пространств, тем больше возможностей. Ну и здесь тоже, если хочется, тоже что-то можно сделать, пригласить там своих друзей, знакомых, и знакомых-знакомых посетить эту выставку, то есть все реально. Взагалі, якщо от подивитися з точки зору вас як художника, ви можете звернутися до наших мешканців нашого міста і сказати, чому потрібно відвідувати музеї, відвідувати виставки, відвідувати арт-простори, для чого це потрібно сьогодні? Тому що ми розуміємо, що, на жаль, такі місця з часом втрачають свою популярність. В целом у нас достаточно много таких вот активных зрителей, которые ходят, посещают выставки, ходят там в театр на спектакли, но в любом случае, если вы этого еще не делали, это стоит делать, у нас есть на что посмотреть. Это в любом случае интересно, разнообразие, которое вы можете внести в свои там будни. И всегда какой-то такой выход, посещение выставки, посещение спектакля. Это всегда хорошее дело, которым вы можете разнообразить свой досуг. Очень советую. І повертаючись до виставки, давайте анонсуємо, скільки вона триватиме, куди приходити, о якій годині, щоб подивитися і насолодитися. Значить, арт-пространство «Флойд» находится на набережной Сечеславской, 37. Оно работает с 8 утра до 10 вечера. Там есть выставочный зал и кофейня с очень вкусным кофе, поэтому можно и прийти, и перекусить, и посетить саму выставку. Вот, приятно провести время. Будет проходить эта выставка с 3 ноября по 25 ноября, поэтому, в принципе, достаточно много времени, чтобы прийти, посмотреть. Вот, приходите. Що ж, я дуже вдячна вам за виставку, яку ви організували, вдячна за нашу прес-конференцію. Сподіваюся, що наші глядачі, обов'язково почувши усю необхідну та корисну для них інформацію, відвідають виставку. Не гайте часу, до 25 листопада у вас він ще є. Сьогодні з нами говорила про відкриття своєї власної виставки місцева художниця Наталія Сидорова. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей! І не перемикайте!